Друзья, всем привет! Фоновое базовое переплетение с эффектом вафельного рисунка не может остаться без внимания, поэтому мы незамедлительно перейдем к мастер-классу. Раппорт составит 3 петли и 4 ряда высоту пряжи в образце Альпина Марта. Переходим, все внимание на экран. Первый ряд раппорта. Кромочная, затем 2 петли провязываю вместе, лицевую за заднюю стенку, получившуюся возвращаю на левую спицу, и еще раз провязываю ее лицевой. Следующую петлю перекидываю, не провязываю, нить при этом перед работой. Повторяю, 2 петли провязываю вместе, лицевой, получившуюся возвращаю. Еще раз провязываю ее лицевой, следующую петлю перекидываю, не провязываю, нить перед работой. Второй ряд. Кромочная. Изнаночная, накид и лицевая петля. Повторяю. Изнаночная, накид, лицевая. Изнаночная, накид, лицевая до конца второго ряда. Третий ряд. Кромочная. Изнаночная, накид провязываем изнаночной и лицевая петля. Повторяю, 2 изнаночные и 1 лицевая. Заключительный четвертый ряд провяжем по узорам. Кромочная, изнаночная, лицевая и лицевая петля. Повторяю, 1 изнаночная, 2 лицевые. Таким образом завершаем раппорт данного узора. Друзья, ну я надеюсь, что сегодня ваши копилки еще пополнятся одним базовым стильным узором. Не забывайте, сохраняйте, а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте позитивный комментарий. Мне это очень важно. И еще я приглашаю по ссылке под видео на свой дзен-канал. Там, как всегда, обновления по материалу для вязания. Желаю вам всего самого наилучшего. Скоро увидимся.